На фото вы видите десантный катер проекта 1176 «Акула». Теперь смотрите на работу «Байрактара». В момент удара, если мы не ошибаемся, на судне находился военный автомобиль «Урал». Прилет ракеты «Байрактара» произошел по нему и случился пожар. Может быть, внутри были боеприпасы? Дальше нанесение ударов по стратегическим целям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, становитесь патронами канала на Патреоне. При возможности поддержите нас, реквизиты в описании.